Привет, друзья! Я сейчас в Одессе. Мой друг сказал, что ему нравится засыпать под мои видео, но со звуком были проблемы. Последний раз там ветер сильно дует, поэтому не так было хорошо меня слышно. Ну а сейчас я покажу немножечко Одессу, и особого звука не будет, поэтому и особо и не нужен этот звук. Поэтому смотрите, какая вот Одесса, да, если кто-то захочет приехать, здесь очень красиво. Меня спрашивают, какие тут девушки, вот как раз девушка попалась на камеру. Вот тут какой-то вот рынок, крытый, ну там, обычный крытый рынок. О, это книжный рынок, кстати. Давайте я сейчас быстренько зайду, посмотрю на этот рынок, на книжный, и поедем дальше. Я сейчас припаркуюсь. Тут интересно то, что можно парковаться, не особо соблюдая правила дорожного движения, но и нельзя сильно наглеть. То есть, если паркуешься, то паркуйся так, чтобы никому не мешать. Я быстро проскочу по этому рынку книжному. Что тут за рынок такой? Книжный рынок без книг. Написано, что книжный рынок, и все закрыто. Книг нету. Все, что хочешь, продается. Чаи, напитки, всякая всячина. Но книг нету. Хотя вот есть книги. А там не книги. Я сначала не понял, почему на книжном рынке так много не книжной тематики, больше похоже на киоски, бары, столовую, еду, мобильники. А тут, оказывается, гостиница какая-то большущая, иностранцы есть. И здесь все, что хочешь. Вышел из гостиницы, как будто в кафетерии какой-то. Так что здесь все есть. Да и праздник сегодня, поэтому много закрыто. Поэтому здесь сегодня пусто. Все, поехали дальше. Едем дальше. Смотрим Одессу. Вот из-за этой гостиницы здесь базарчик подстроился под гостиничных клиентов, и каждый, я так понял, клиент может приобрести все, что он хочет, когда ему хочется, от книги до всего остального. Очень разумно, очень умно, конечно. Вот Одесса, здесь люди умеют подстраиваться. Так, а мы едем дальше. Мы едем дальше. Тут места, я не знаю, если кто-то из Одессы, он может быть знает эти места. А кто не из Одессы, он может быть не знает эти места. Сейчас я спрошу. А привоз где? Привоз вы так и видите, по Александровску, по Старобразарной, по прямой так за мной едете. Понял, спасибо. Спасибо. Сказал за ним ехать. Привозят это тот самый рынок, базар, который все слышали по анекдотам, связанные с привозом. Привоз, я даже не знаю, с каким рынком его можно сравнить, но такого нигде нету.
привоз. Там можно что-то купить, что-то продать. Можно пойти и сплетен наслушаться, можно поругаться. А можно пробовать товар. Когда я где-то кушал чью-то вишню на улице, свисало дерево на улицу. И когда вышел хозяин этого дерева, он спросил, что я делаю. Я говорю, я пробую вашу вишню. Он мне сказал, иди на привоз. Это тебе что, привоз? Что ты пробуешь? Да, тот, кто не из Одессы, он должен понимать, что на привозе можно пробовать, да. Так что на привозе считается, это все, что хочешь, считается. Это такой свой мир. Там даже иногда пишут точный вес на весах рядышком. Точный вес. Представляете, насколько все. Так, вот это я заехал. Подскажите, где привоз? Вот, прям привоз. Спасибо большое. Спасибо. Вот, опция тут находится, оказывается, я не знал. ОБСЕ. Нет, не находится, это автохаус обычный, BMW. Вот это немножко Одессы. Вот тут, смотрите, продают какие-то вещи, кто-то что-то продает, какие-то бабуськи. Чтобы заработать себе на жизнь, или это просто бизнес. И никто не трогает их, этих бабусек. Вот. Привоз недалеко от ЖД вокзала. Надо будет стекло протереть. Вот, смотрите, улицы такие типично одесские. Одесский колорит такой. В этот город, кстати, очень легко влюбиться. Я всегда думал, что мне нравится Киев, Берлин, Вена, швейцарские города мне нравятся, думал. Но оказывается, Одесса — это один из тех городов, в которые тоже можно легко влюбиться. И главное его, конечно, главный его плюс — это море. Это портовый город, морской. А вот он, рынок Привоз, известный, всем известный Привоз. Вот магазин «Конфискат» какой-то. Всего тут по чуть-чуть, разные магазины, все, что хочешь. И для мясоедов, ну, вегану здесь на Привоз только надо на овощной рынок идти. Здесь люди иногда не решаются переходить зебру. Я останавливаюсь и даже иногда показываю, переходите. В принципе, ну и правильно, надо здесь быть бдительным, потому что может кто-то и проехать случайно мимо, не заметив, что это зебра. Вот, поэтому вот здесь, ой, вот зебры не нарисовали, а знаки есть, что-то пешеходный переход. Вот люди бегут. Люди бегут, переходят дорогу. Здесь как курорт там в каком-то месте. Сейчас я найду парковку, припаркуюсь. Я уже снимать не буду, потому что странно реагируют некоторые люди, не хотят быть в кадре. Даже вот человек сидел с табличкой «Одесса», там «Мама, дайте выпить» или «Денег киньте, чтобы выпить». Я начал снимать, он сразу мне возразил, сказал, не надо меня снимать. Он стесняется. А, вот, дай мне денег. А Одесса мама, ну как-то там мама Одесса. И, мол, типа, дайте денег на похмелье.
Вот. Я хотел его заснять и дать ему денег. Но он сказал, что он стесняется, чтобы я его не снимал. В общем, так что... Один раз я тоже видел... Человек тоже, у него был в грязной одежде, очень сильно был измазан, и у него были шрамы, и он, наверное, спал на улице, судя по следам. И он тоже идет по вот этому, этому же привозу и говорит, да, помогите или дайте одесситу дайте. Или помогите, а ему в ответ сказали, я тоже одесситка, иди работай, и вот что-то в этом плане. Так что тут даже люди, если в каком-то мире они считаются социально необеспеченные, то даже они здесь имеют юмор, если какие-то зависимые люди от чего-то. И... Никто не хочет с ними общаться. Даже они, да, выдают всякие смешные вещи. Так, я, наверное, здесь припаркуюсь, потому что я не знаю, можно здесь парковаться или нельзя парковаться. Просто больше нигде не вижу возможности. Сейчас я припаркуюсь. Меня сзади запарковали. Так. Не зацепить бы женщину сидящую, продающую цветы. Так. Все, вот я припарковался. Что мне нравится здесь, что я знаю, что мою машину не увезут на эвакуаторе. Вот что еще хорошо здесь, в Одессе. Так, все, жму на паузу, иду. Мне надо сделать ключ. Так что давайте. До следующего видео. Сейчас пройду по привозу. Буду немножко снимать, и не буду стараться снимать, буду стараться снимать без лиц, не буду комментировать, так что вы немножко смотрите, какой привоз, какой базар. Вот молочный отдел, я себе купил черешню, белую черешню. Женщина собрала у себя, говорит, в огороде. Мне просто захотелось мне чего-то такого попить или покушать. Я иду через молочный отдел. Извините, подскажите, где тут ключ делать? Ключи? Ключи, да. Ой, даже не знаю, здесь так как, туда вы выйдете? Там я был, меня послали в молочный отдел. Здесь скажу, здесь на выходе смотрите сразу. Понял. На выходе иску прямо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так вот, так как я с 18 декабря этого года на диете вегано-сыроедческой, поэтому для меня овощной отдел это здесь то, что надо. Вот вам привоз такой прикольный. Вон ключи, вижу. Все. Отключаюсь.